Сургуте проходит ежегодный турнир среди спортивных школ по футболу. Соревнования посвящены 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В первенстве принимают участие 6 команд из спортшкол «Ермак», «Факел», «Нефтяник». Заявились ребята из поселка Солнечный. На данный момент футболисты сыграли по 2 игры. В ближайшие выходные состоятся заключительные игры группового этапа. После этого по 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а затем 5 июня разыграют медали чемпионата. Пока лидируют ребята, представляющие «Нефтяник» и «Ермак». В прошлом году тоже был турнир. В прошлый раз мы выступили не очень хорошо. В этом году планируем занять первое место. Ну, как и все, наверное. Хотим победы. Основная цель – это как раз-таки выйти из залов, да, и показать детям, что имеется еще и большой футбол, помимо мини-футбола. То есть свежий воздух, искусственное зеленое покрытие, трава, да, то есть и на открытом воздухе, то есть как раз-таки уже эти физические нагрузки, они дополнительные. Да и уже в период, так скажем, весенне-летний, да, надо выходить на улицу, потому что в залах уже и душно, и жарко.